шоу-бизнес был для меня чрезвычайно привлекателен. Да брось ты эту шмыркалку уже. Я же вот с живой перед тобой. Она, понимаете, люди совершенно не способны воспринимать живой объект, только вот через эту фигню. О чем я говорил тогда? Сегодня все хорошо, замечательно тоже. Сегодня я спою одну из своих самых грустных и летних песен.